Добрый день, друзья! С вами Василий Костюченко, с вами Федерация судебных экспертов. Ершова Ольга Вячеславовна, замдиректора по правовым вопросам Федерации судебных экспертов. Друзья мои, ну, сегодня мы будем, наверное, вести вольные размышления на тему франшизы от Федерации судебных экспертов. А сейчас мы поотвечаем на очень-очень простые и очень-очень такие вот дотошные вопросы, которые поступают к Ольге Вячеславовне. Она делится этими вопросами со мной. Ну и мы решили не заниматься бессмысленной перепиской, решили просто озвучить вопросы, озвучить ответы, ну, свое мнение на тему сотрудничества с будущими франчайзи. Надо также уважаемым господам пояснить следующее. Ну, то есть... Мы не будем, правило, мы не будем размещать сведения о ваших экспертах, которые не являются экспертами. Это точно, железно. То есть, если у вас, допустим, вы заявили, что я хочу купить, ну, легкую франшизу, это мой личный термин, давайте им пользоваться. То есть, я хочу купить, допустим, вы, вернее, хотите купить легкую франшизу на, допустим, гемологическую экспертизу. Вуаля, пожалуйста, мы продадим вашу франшизу, но при этом вы должны представить документ о том, что у вас есть хотя бы один эксперт-гемолог, у которого будет диплом. Что? Горное дело, горный инженер, у которого должен быть второй диплом о том, что он прошел курсы гемологов, и должен этот человек показать на минимум 5 заключений, которые он подготовил за последний хотя бы год. И только при этих всех условиях мы допустим размещение этого человечка на всех сайтах. Это на судэкспертизе, на сайте fsae.ms, на сайте профильном, касающемся гемологических экспертиз, на форуме и на региональном сайте того города, где вы располагаетесь. Если вы в Томске, то у вас строчка будет в Томске. Дальше, если вы купили строчку, допустим, ну, то есть вы заявили о том, что мы хотим разместиться как строительные эксперты, мы заключаем договор, и вы пытаетесь мне впихнуть 3 или 5 строительных экспертов. Так не пойдет, друзья мои, потому что мы просто замучимся удалять этот пакет строительных экспертов в этом городе. То есть строчку мы даем только одну. То есть, поэтому, если вы представляете, если у вас там много строительных экспертов, мы даем вам всего лишь одну строчку. В городе у нас планируется максимум 2 специалиста по той или иной экспертной специальности. Максимум 2. Одного нет, один наш, потому что будет наш всегда, второй будет ваш. Это тоже правило. Дальше, если к нам поступает жалоба от пострадавших из вашего города, нам представляют доказательства того, что вы там что-то нахимичили, мы с вами договор тоже будем расторгать. То есть нам важнее репутация. Об этом тоже надо, в принципе, сразу предупредить. Угу. Итак, друзья мои, я надеюсь, что мы ответили на максимальное количество вопросов. Это основные. Они, на самом деле, достаточно забавные. Поэтому пишите комментарии под видео, обязательно на них будем отвечать. До свидания, до новых встреч.